Здравствуйте, Анна Захур, я здесь. Интересно, девушка от волнения не поздоровалась, но родители научили. Что ты сделаешь? У меня узенькая талия, голубые глаза, приятная внешность. А мама сейчас здесь? Нет. Нет? Ну, хоть одна девочка ходит без мамы. А сюда сейчас я пришла для того, чтобы посмотреть на своих конкурентов и еще раз испытать те непередаваемые эмоции, которые были на первом кастинге. Я думаю, то, что удача на моей стороне, и я слежу за вами, девочки. Покажи, как ты прорекламируешь бутылку воды, но без слов. Вот так. Продана. Бутылка воды продана. Умница. Я довольна собой, и я самая лучшая здесь. Мама. Давай представим, что ты модель Виктории Сикрет. Она классная. Молодец. Молодец. Tell me your strongest features. I can sing. Браво! Молодец! Tell us why you are the best. I believe in myself. I know I can do more than what I know I can do. Yeah. Назовите нам столицу Франции. Париж. Италии. Мадрид. Не Мадрид. Ладно, не важно. Сколько букв в алфавите? Дети, идите не в реалити-шоу, а в школу. Ну, честно говоря, меня интересует контракт. Какой контракт? Всероссийский. Какие вы все модели меркантильные. Вы сидите здесь и всех критикуете, а ничего хорошего вы не говорите. Вот. И все надо делать с такой милой улыбкой. Мне нравится, что я больна не вами. У нас не литературный кружок. Вешалка всегда останется вешалкой, потому что одежда на вешалке смотрится лучше, чем на шарике. Мне кажется, я в принципе лучше. В каком таком принципе ты лучше? Давай. Я пришла добиваться своих целей. Вот с этого надо начинать. Хочется победить. Вот для этого вы должны идти на шоу. Победить. Было интересно, что это за реалити-шоу, потому что оно все-таки первое. Да, я же знаю, на что я иду. Это реалити-шоу.